Друзья, всем привет! Я нахожусь на станции метро. На какой станции метро? Таганская. На станции метро Таганская. И сейчас мы пойдем на набережную Москвы-реки. Хочу вам показать наш пеший путь. Переключаю камеру. Итак, вот эта станция метро Таганская. Там театр на Таганке малый. Здесь кафешки. Вот такая площадь большая, оживленное движение. Мы идем спокойно гуляем. Сегодня 12 июня, День России. На улице пасмурно, жара спала. И это очень хорошо. Сразу стало легче гулять. Здесь вот такой вот башенка Кремль. Переходим дорогу. Мы движемся на набережную Москвы-реки по адресу. Какой нам нужен адрес? Краснохолмогорская, да? Нет. Краснохолмская, дом 3. Улица Краснохолмская, дом 3. Там центральный магазин Мусторг. И Виктор захотел в него сходить посмотреть, поиграть. У него полное музыкальное образование, среднее, по классу фортепиано. И он любит иногда заходить в Мусторг, посмотреть музыкальные инструменты, поиграть. Ну а также, возможно, ввиду того, что это центральный магазин Мусторга в Москве, возможно, что там мы можем встретить каких-нибудь известных музыкантов, которые иногда приходят поиграть там. Туда. Приходят туда поиграть. Красивый дом стоит впереди. Шаурма на углях, чайхана. Баракат. Архитектура красивая у дома. Пойдем побыстрее. И там тоже красивые дома. Парк небольшой. Так, да, нам сейчас туда надо. Так, вот в этом доме находится Российский футбольный союз. Большой дом, красивая архитектура. Ну а мы вот оттуда пришли. Ждем, когда нам перейти. Пойдем как-то быстрее. Перебежим. Мосс игра, настольные игры, подарки. Парки. Дом со своим участком, с парком, где, видимо, детская площадка там какая-то.
Что еще рассказать? Народу, кстати, на удивление мало. Ну, может быть, это, конечно, не центр самый. Это влияет. Не особо проходимые улицы. Но народу практически вообще нет. Хотя сейчас 2 часа дня. Ла Скала, сей отель, 3 звезды. В Москве все-таки много домов с красивой архитектурой. Масштабно строили. Небольшой продуктовый магазин. В центре Москвы вообще проблема с продуктовыми магазинами. Дом хороший, красивый. Наверху символика Советского Союза. Ресторан «Крым мой». Очень такое даже серьезное название. Вот мы вышли к Москве реке. Нам пока красный свет. Нам надо перейти на другую сторону. Вот такая тут панорама. А нам на ту сторону. Итак, мы перешли. Кафе «Бар Персия». И движемся. Не знаю, в правильном ли мы направлении идем. Надо посмотреть по карте. Нам надо улицу. А вот Краснопольская, 1.15. Нам. Он не во дворах, видите, он снаружи. О, какой едет. Прям морской трамвайчик. Морской, говорю, речной. Речной трамвайчик. Довольно-таки необычный. Я впервые такой вижу. Сейчас посмотрим карту, правильно ли мы идем. Так, ну мы движемся в правильном направлении. Осталось совсем немного пройти. И вот, видимо, это уже Мусторг, согласно портретам музыкантов. Ну и буква М. Мусторг. Логотип Мусторга. Вот он, да.
Центральный Мусторг Москвы. Итак, заходим внутрь.